Междущелковая федерация самбо Московской области подписано соглашение о взаимодействии. Этот вид спорта ждет новый этап развития на территории нашего и соседних округов. Уже сейчас в Щелкове более 300 самбистов. Лучшие из них продемонстрировали свои выступления. Президентом Федерации самбо Подмосковья Сергеем Фомкиным, мастером спорта международного класса, победителем этапа Кубка мира Степаном Солдатенковым и родителями щелковских спортсменов глава обсудил нововведения и планы по развитию отечественного вида спорта, который в последнее время пользуется все большей популярностью у населения. Самбо, самозащита без оружия, там, защитить в любой ситуации девушку, друга, приятеля, противостоять бандитам. Ну и, естественно, прикладной вид спорта. У нас есть боевое самбо, которое очень так культивируется в спецструктурах, силовых структурах. Ну и самбо воспитывает дух. Есть много очень примеров. Ну и вот сейчас среди бойцов СВО есть много очень наших самбистов, которых мы провожали. В ходе встречи поступило предложение провести большие муниципальные соревнования. Кроме того, в планах организовать открытые уроки в образовательных учреждениях. А уже сейчас любой желающий заняться самбо может записаться на тренировки на сайте клуба «Самбо 21 век».